И так и хочется сказать, пришел бизнес, с которым вам всегда будет интересно, надежно, перспективно. И, пожалуйста, забудьте все свои неудачи, страхи, проблемы в прошлом. Начните работать с нами хотя бы человек за человеком. И позвольте мне сегодня очень бегло показать вам одну формулу. Об этом редко когда говорят людям. Но это практически математически выверенное дело. Итак, впереди год восхитительной работы с компанией AME Holding. С чего же это дело начинается? Это дело начинается с того, что вы приняли личное решение быть с нами. А что же дальше? Ай-ай, а как же бизнес будет развиваться? Давайте посмотрим на одни расчеты, которые мы вам приготовили. Все всегда начинается с «вы» плюс «ваш первый человек», верно? Ни одна история великая, огромная, многолетняя или случайная в попыхах никогда не начиналась по другому сценарию. Никогда! Вы и ваш первый приглашенный. Вас уже двое. А вот теперь начинается великая фраза. Я в ответе за того, кого приручил. Экзюпери, наверное, вам известен. Так вот, друзья, теперь начинается ваша ответственность за первого человека. Но команда ли это? Конечно же, нет. Что далее? Вас уже было двое, и если взять во внимание, что каждый месяц вы приглашаете только по одному человеку, только по одному. В июле вас стало двое. В августе вы и ваш друг, ваш соратник пригласили еще по одному, вас стало четверо. Август, вы заканчиваете с такой позицией. Это бизнес? О, это не разговор ни о чем, я бы сказала. Но это история очень многих людей, неторопливая. Давайте смотреть, что будет дальше. Далее будет сентябрь. Вас четверо, каждый по одному, стало восемь. Октябрь 8 плюс 8 – 16. И вот я бы сказала, что тут начинается самая тяжелая пора. Вы знаете, что через 3-4 месяца работы в любой компании у каждого человека происходит своего рода психологическая ломка. Что такое 15-16 человек? Это кажется так мало. Это кажется так несерьезно, но именно здесь ошибаются те люди, которые начинают искать другой бизнес-проект, потому что им кажется, что все идет каким-то слишком медленным темпом. И вы не правы, потому что именно через 3-4-5 месяцев начинается геометрическая прогрессия. Что такое один человек в месяц? В бизнес нашего уровня это непозволительно даже, потому что о нашем проекте должна знать каждая семья. И любой человек, который идет по улице вам навстречу, я это часто проговариваю на презентациях, обязан знать о нас. Но что произойдет далее? Посмотрите, пожалуйста, как изменятся цифры, если вы просто будете все делать минимум, колоссальный минимум. А что будет во втором полугодии? Посмотрите, пожалуйста, на эти результаты. Мы когда-то посвятим более детальный разговор вот этой формуле. Стоит ли год работать в таком медленном темпе? К чему этот невероятно медленный темп выведет любого, кто не опускает руки и продолжает действовать и так
наставлять и организовывать работу в своих командах. Лично у вас будет 4 с лишним тысячи партнеров. Итак, у каждого, кто пойдет за вами, трудно было первые полгода, а они не бывают легкими ни в одной компании. Вы спросите старожил Амвея, старожил Эвана, Цептора. Вы спросите те великие компании, как у них складывались дела. Вы знаете, труд нужно прикладывать в любом деле. Но вот он результат, и это только первый год работы. А с чего начнется лично для вас второй год вашей истории? С 4000 людей. И если каждый из этих 4000 в месяц пригласит одного в своем городе, в интернете, так, спокойно, посещая работу, потому что многие из вас трудятся и заняты на основной работе, это для вас в большей степени. Можно ли считать такой подход к бизнесу прогрессом и стремлением к реальным поступательным действиям? Обязательно так. По-другому никогда ничего не будет складываться. По-другому придется каждые 2-3 месяца искать новый процесс, новый проект, мониторить рынок. Сегодня побежали с 5 людьми в один проект, завтра с 4 в другой, а послезавтра с кем-то уже могут вообще не разговаривать его бизнес-партнеры, потому что чаще всего с приходом очередного проекта рушатся отношения. А мы смело говорим, с нашим бизнес-проектом вы будете реабилитировать свои человеческие отношения, потому что работая в компании, которая может вам дать упорядоченное развитие из месяца к месяцу, у вас будут только расти по горизонтали линейки. В единой команде у вас будет уходить вот эта гирлянда регистраций в глубину, а там на подходе и новые деньги в бинарной инфраструктуре, друзья. И вот вы сами не заметили, как ваша команда вслед за вами двигается из одной программы в другую, поэтапно. Но одни и те же люди приносят вам новые и новые деньги, работая с нами. И это все создаст вам спокойное, даже скажу, гордое отношение к делу. И мы хотим с нашими бизнес-партнерами развивать такой бизнес, в котором вам бы было бы комфортно, как в своем личном деле. Потому что рано или поздно вы все будете взвешивать, быть акционерами этой компании или нет. Потому что со своей стороны мы готовы для вас делать максимально все, чтобы вы относились к бизнесу как к своему делу, своему дому и практически своей семье. В этом наша цель. А эта простая математика должна быть известна каждому нашему бизнес-партнеру, потому что она колоссально подчеркивает истории развития очень многих людей. И надо знать, что ничего не следует бояться, работая с серьезным направлением. Ничего. Не бойтесь. Знайте, что первые 3-4-5 месяцев, они переломные, но тот, кто с компанией работает год и работает, извините, а не наблюдает, давайте вот эти два понятия тоже четко делить. Наблюдать, выжидать, может быть, даже где-то с юмором, с ехидцей, но ведь многие должны понимать, что компания идет вперед, люди, которые работали, продолжают наращивать.
реализовывать свой потенциал. А тот, кто созерцал и наблюдал, но он потерял этот год. Но это его выбор. А ваш выбор был учить людей вот этой элементарной математике. И в фундаментальном деле у вас будут огромные фундаментальные команды. Это мне очень хотелось сегодня вам показать, рассказать. Наверное, я не открыла многим, ну скажем, никаких архи вопросов, но я лишний раз показала вам ту математику, о которой почему-то редко говорят, потому что мало бизнесов, в которых можно это рассказывать, потому что практически всем нужно сегодня бегом, желательно на пару месяцев, бегом вывести деньги и бегом взвешивать следующее бизнес-начинание. А мы работаем совершенно на других постулатах. И я знаю, что здесь есть люди, которым очень нужно было услышать и увидеть эти математические цифры, потому что с нами через год у вас будет совершенно другая картина, как в кабинетах, так и лично для многих из вас в вашей судьбе.